Кто не служил в армии, бьет вот так. Кто служил, то бьет, бьет. Пошел вот так. Ты же бьет, он должен быть замах, он должен запретить, Скорость идет сначала очень маленькая, потом потихонечку увеличится. У нас работает на скоростях так. Я когда тренирую, у нас идет маленькая скорость, средняя и высокая. Если у человека не получается, он возвращается опять на маленькую скорость, то есть он прорабатывает мысленно, получается, движется. Вот пошел удар, вот я вхожу. Вы обратили внимание, я никуда не ухожу. Дальше у меня вот работа идет. Вот. Нога. Дальше уже начинаем его обрабатывать. Все, все, все. Ничего. Движение раз, вот. Сколько вариантов? Можно и поставить, можно так. Да, сейчас я вам еще покажу, что у вас. Кто работает? Вращение центром. Thank you.
уж очень остро. Все попробуют, только главное, надо бояться. Да? Что происходит? Вот я наношу удар. Вот эти, чтобы понятно было, вот я взял, закрепил, да? И пошел. Вот движение. Вот, ну, чтобы вот так более-менее понятно было, чтобы не бояться. Не бояться. Старт возьмете, попробуйте все вот это вот упражнение. Ну, она вот просто идет, вот просто, вот он идет, ну, просто как бы вот такой тупой просто, да. Лопаточки возьмете, на пару станется, попробуйте. Я вам просто покажу, как это работает, как можно защитить. Делать. Держите, ну и еще, может быть, не будут они это сами. Ну что? Порезать они. Пускай попробуем. Ну только медленно. Очень медленно. Я попрошу вас, очень медленно. То есть вот у вас движение должно быть очень маленькое. Очень таких. Вот лучше вот так вот. Смотри, стоп. Ошибка, знаете что? Смотри, скажи, пожалуйста. Он идет. Раз. Ошибка. Я покажу сюда. Ты видел, что у тебя голова там плоскость. Я голову убрал. Я голову не убрал. Если она, например, лежит, да? Я поставил вот так. Я голову опять не убираю. Если где-то так. Можно? Итак, смотри. Помнишь, я показываю? Здесь я беру либо вот по плоскости, понятненько, да? Вот. А здесь, если я беру, да, смотри, я раз и вот он. Понятно. Только аккуратно, не ускоряйся. Понятно. Да, да, да. Дальше еще одна на тебя бегет. Вставил бы. До тех пор, ничего страшного, вот сейчас более-менее напрягается на горшок, садятся тогда и запомнят. Понятно, да? То есть здесь я не скачу. Да? Вот, здесь, вот. Не тяну, не рву, а делаю вот и возьму.